Елена, расскажите, пожалуйста, а как вот идет работа над реставрацией фильма? Создается проект. Вот так выглядит фильм. То есть вот царапины, всякие разные эти пятна, черные, белые. То есть так называемая грязь. Это надо выбирать. Сначала мы запускаем автомат, автоматическую чистку. Выбирается в основном большее количество грязи. А потом же вручную мы убираем за машину все остальное. Мы отменяем то, что, допустим, машина может схватить движение, не нужно, допустим, там палец, руку, не знаю, блики. И все это возвращается обратно, конечно же. А уже обработанный материал можете показать? Да, обработанный, соответственно, каждый кадр посещаем вот так вручную. Обработанный, допустим, сейчас. Вообще картина находилась в плохом состоянии? Да, ну конечно, картина старая. Очень много было царапин, грязи было много. Вы уже заканчиваете работу над фильмом? Да, уже. Это финальный этап. Это уже обработанный материал? Да, обработанный, сейчас он загрузится. Но это не первый фильм, который вы здесь делаете, да? Нет, это не первый. Был фильм «Игла», мы перед этим делали. Фильм «Салтан», «Сказка о царе Салтане». «Город Зеро» делали. Ну, много фильмов. Андрей Рублев перед этим у нас вышел. А сейчас параллельно что еще в работе? Вот сейчас параллельно «Салтан» мы доделаем, «Сказка о царе Салтане», но он очень грязный материал. Пленка дышит, много пятен, грязи очень много, поэтому не так быстро получается, как хотелось бы. А вообще сколько уходит в среднем на одну картину? Допустим, на фильм «Они сражались за Родину»? Ну, сейчас, вот когда появилась у нас автоматическая чистка, где-то на двухсерийный фильм ушло у нас 3 недели. То есть это нормально. Вот. «Сказка о царе Салтане», конечно, похуже, поэтому больше времени, наверное, месяца-полтора, может быть, месяц вот так уйдет. Ну, тут еще зависит от фильма. Зависит, конечно, от фильма. Да. Так загрузилась, да? Да, да. Это уже чистая картина. Это уже чистая картинка, почищенная материалом. Вообще она получается значительно, как бы лучше по качеству картинка? Конечно.